Так как одураман выражает испуг. Напротив него поселился редкий в любом зоопарке гость – красноклювый тукан. В России стоимость такой птахи достигает 100 тысяч рублей. Сейчас ввоз туканов на территорию страны запрещен, но его зоопарк приобрел по случайности. Птицу выкупили из петербургского зоомагазина и назвали Виктор – за волю к победе. Во время кормления или чистки вольера Виктор всегда пытается сбежать. Перелет из северной столицы южноамериканский гость перенес хорошо и условиями пернатый остался доволен. Да и аппетит у тукана тоже великолепный. Он питается как фруктами, так и животной пищей, яйцами, мышами, ящерицами. За несколько часов на новом месте он даже успел показать свой непростой характер. Тукан тоже не очень тихо разговаривает, он тявкает, как собака, притом кидается на соседней клетки ар, ничем не уступая им клювом. То есть он ведет себя с попугаями весьма агрессивно. А кокоду, которые сидят напротив, даже боятся его. И как только тукан начинает активно шевелиться, кокоду начинают дико кричать, чтобы напугать. В соседнем вольере ближайший родственник Виктора – зеленый арасарий. Его привезли в Иркутск в качестве эксперимента. Однако за 3 года он отлично прижился. Но птицам еще долго придется наслаждаться одиночеством. Найти самку такого же вида очень сложно. Другому новичку со второй половиной повезло больше. В семействе обезьян тоже прибыло. Это одна из самых маленьких обезьянок в мире – мармазетка. Пока самец будет жить вот в этой клетке, но совсем скоро к нему привезут подругу. Им предоставят отдельное жилье. Длина мармазеток без хвоста 20 сантиметров, вес 300 граммов. Малышу дали необычное имя – Бельмондо, в честь французского актера. Почему, сотрудники зоопарка оставили в секрете. Светлана Добрынина, работник зоогалереи, решила поселить мармазетку или белоухую игрунку представителю того же семейства. С первых минут знакомства общение не заладилось, но Бельмондо проявил спокойствие. Этих обезьянок за их нрав в Москве держат вместо домашних животных. Кроме того, у них интересный окрас. Когда Бельмондо повзрослеет, за ушами у него вырастут белые перья. Впечатления вызвали лев, волк, попугайчики цветные большие. Но плохо, что оленей северных плохо видно. Зоологи обещают, что осенью здесь ожидают еще одного постояльца. Его появление станет настоящим сюрпризом для иркутян. Екатерина Бурман, Александр Мокин. Новости сейчас.